повседневной городской суете еда вместо удовольствия превращается в настоящую пытку. Например, за короткое время, отведенное на обед, вы даже не чувствуете вкуса пищи. А после тяжелого рабочего дня, вместо приготовления желаемого блюда, вы довольствуетесь остатками еды со вчерашнего дня. Или, скажем, проводите время с друзьями. Вы голодны. Что хотите есть, знаете, а как это получить, нет. Что же делать? Сразу кидаешься к телефону, но... Будешь искать номера и меню каждого ресторана? Или будешь есть одно и то же из 2-3 знакомых ресторанов? Наконец дозвонился. Скажите, пожалуйста, а какие есть пиццы? Лохмаджун острый или нет? А он с луком? А когда доставите? Мой адрес... Нет, нет, не конспект Азатлык, а проспект. Не трать попусту время и деньги. Мы живем в эпоху интернета, значит и еду заказывай так же, как решаешь многие дела. Посредством интернета. Просто зайди на www.nush.az. Выбери на свой вкус из тысячи блюд любимых ресторанов. Посмотри на рейтинг, оставленный предыдущими клиентами, если не можешь выбрать сам. Кликни на самый быстрый, самый рейтинговый или самый доступный по цене ресторан. Оформи свой заказ как пожелаешь. Мало лука и много соуса? Решать тебе. И еда прибудет по твоему адресу. Заплати за заказ курьеру или онлайн. Удобного вам заказа и приятного аппетита. Nush.az. Онлайн-заказ еды.